Привет, и с вами доктор Шилов, и опять у меня запись со стадиона. Знаете что, кто-то знает, кто-то не знает, но я дедушка уже два раза. Вот, стал я дедом в 45 лет, сейчас мне 49, поэтому я по социальному статусу дед, прямо реально. Вот, знаете что, я подумал и решил, проект «Корректура 3.0», как бы ее обозвать? Почему она 3.0? Потому что на каждом жизненном этапе, на каждом уровне что-то меняется. И корректура 3.0 отличается от первой корректуры, от второй. Я решил ее назвать так. Классный дед. Вот она не для всех, понимаете? Дело в том, что когда молодые набирают форму физическую, там, у них это все происходит по-другому. У них другой гормональный фон, другой статус, по-другому время у них течет и все такое прочее. Мой проект больше, и отчет этого проекта направлены для тех, кто примерно моего возраста. Ну, то есть от 40, там, вот, давайте на этот период, от 40 до 60 лет, вот так вот, ну, до 55. Потому что здесь мы больше близки по духу, и то, что буду делать я, сможете и вы. Я не могу давать советы молодым, они готовы в ущерб там каким-то достижениям угробить сам здоровье, и все. В возрасте постарше относишься к этому иначе, тем более я врач, и сам пациентам постоянно советую, как надо правильно заниматься спортом, как себя вести. И поэтому вот это для этого контингента, для моего возраста. Будет вся эта корректура. Я буду рассказывать, как занимаюсь я, вы увидите мою трансформацию, вы сможете что-то взять себе на вооружение. Ну и, соответственно, мы сможем с вами общаться в группе «Корректура» в Телеграме. Ссылочка обязательно везде, на моих каналах, везде по хэштегу «Доктор Шилов 37». Во всех социальных сетях я есть как «Доктор Шилов» и есть отдельно как «Михаил Шилов». Ссылки вы там увидите и на сообщество «Корректура» во всех социальных сетях. Мы там пообщаемся. Лучше всего, конечно, в Телеграме. Вот так вот. Так что вперед к проекту «Классный дед». «Классный дед» — это кто? Это активный, динамичный, с хорошим тонусом, с хорошей такой ментальной позицией, такой брутальный, занимающийся спортом, занимающийся семьей, занимающийся с удовольствием работой, без всякого профессионального выгорания, вот, у которого все хорошо вообще, просто. Вообще все хорошо в плане физическом, в плане ментальном, вот так вот. Такое саморазвитие для тех, кому за 40-50. Салют, до встречи.